В Тувинском государственном университете стартовала 4-я межрегиональная олимпиада «Языки коренных народов Сибири». Торжественное открытие олимпиады прошло в актовом зале университета. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась ректор Ольга Хомушко. 4-я олимпиада, посвященная изучению языков коренных народов Сибири. И мне очень приятно, что несмотря на трудности, несмотря на то, что учебный год начался и у всех свои задачи и проблемы, к нам гости из Хакасии, из города Алтайска приехали, чтобы поддержать нас, чтобы порадоваться вместе с нами тому, что действительно языки наших народов развиваются, живут. И тому свидетельство сегодняшняя олимпиада. Мы сегодня с вами увидим, как наши дети будут соревноваться. Олимпиада тюркских народов Сибири уже стала площадкой для проектов по развитию языков. Команды приветствовали друг друга на своих родных языках. Стихотворение или песня, но смысл один – общие корни и предки. Хакасский государственный университет имени Катанова приезжает на эту олимпиаду не в первый раз. И за время совместной работы они решили перенять опыт тувинских коллег. Мы бы хотели вот весной провести межрегиональное мероприятие. Мы пока еще, у нас только в задумках, какое это будет мероприятие. Это будет в форме конференции или олимпиады. Но обязательно, да, есть у нас в планах. Олимпиада «Языки коренных народов Сибири» уже начала давать свои плоды. Есть некоторые сходства фонетики и морфологии даже. И я бы хотела отметить сотрудничество наших университетов. Мы, как родственный народ, постоянно сотрудничаем. И с прошлого года впервые на нашей кафедре обучаются студенты из Тувы. Они обучаются на нашей магистратуре по направлению филология, магистерская программа «Хакасский язык, литература, культура». Кроме тувинской команды, на олимпиаде приняла участие и международная команда «Тувго». Свой альма-матер представил Юсуп Джумамурадов. Он рассказал всем о туркменском языке. Есть между тувинским языком и туркменским, к моим родным языком, есть некоторая схожесть, потому что это одна тюркская язычная группа, поэтому вот выступал парень из Горно-Алтайского госуниверситета. Очень схоже по интонации, например. Сегодня студенты приступили к конкурсным заданиям, представили свой край и университеты, рассказали об особенностях быта, культуры и языка тувинцев, хакасов и алтайцев.